В испанской Барселоне впервые в мире начала работать система освещения улиц, использующая одновременно энергию солнца и ветра. Инновационные фонарные столбы безвредны для окружающей среды и работают при любой погоде. Нет солнца, но дует ветер – они работают. Нет ветра, но жарит солнце – они тоже работают. Нет ни солнца, ни ветра – не беда. Емкости аккумуляторов хватает, чтобы запасти электроэнергии на 10 часов работы системы. По словам разработчиков, традиционно для ветряных генераторов существует проблема недостаточно сильного ветра, чтобы разогнать турбину до необходимых 1500-3000 оборотов в минуту. Но для их инновационного графенового генератора достаточно легкого ветерка. Система работает всего при 4-5 оборотах в минуту. И не нужны никакие ископаемые энергоносители. В инновационных фонарных столбах используются светодиодные лампы, и они независимы от энергосетей. По предварительным расчетам, эксплуатация такой системы почти на четверть снижает затраты на освещение улиц.